приготовим самый вкусный черничный чизкейк без выпечки. Для основы в блендере соединяем печенье, финики и немного измельчаем. Далее добавим молоко и снова измельчаем. Готовую массу распределяем по форме 16 см и убираем в холодильник до сборки чизкейк. Далее заливаем желатин холодной водой и оставляем набухать. Для сырного слоя холодные сливки начинаем взбивать, постепенно подсыпая сахарную пудру. Нужно взбить до мягких пиков. Добавляем сливочный сыр. И затем сметану. Объединяем продукты. Далее массу делим на три части. Для пюре чернику пробиваем и ставим на средний огонь. Варим, помешивая до закипания. Оставляем на 2 минуты и добавляем набухший желатин. Вторую часть массы я добавляю 6 столовых ложек пюре, выливаю и оставляю в холодильнике на 15 минут. Во вторую 3 столовых ложки и в последнюю мы добавляем все остатки пюре. Готовый чизкейк убираем в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!